Всем привет, это все еще Евроспорт, и мы все еще на Уимблдоне, и у нас Дарья Касаткина в гостях, которая сейчас расскажет о своей любимой музыке. Что ты любишь слушать? Плейлист. У меня в плейлисте очень много музыки, я вообще меломан, я слушаю все подряд. Любая песня, которая мне понравится, она у меня в телефоне. Ну вообще, я очень люблю слушать Лану Дель Рей, Адель, Риану, ну как все девочки, и я люблю русский рок также. А что из русского рока ты больше любишь? Моя любимая все-таки это Земфира. У меня ее больше всего в телефоне. Ну и всего по чуть-чуть. Нет, вот кроме Земфиры нет никого там больше 3-4 песен, но всех по чуть-чуть. Ну, зарубежных, конечно, тоже, но русского у меня больше. Все-таки, когда в поездках, мало бывают дома, хочется чего-то родного в машине послушать или дома, поэтому включаю русский рок.